Баку на Каспийском побережье соленый морской воздух принес новые модные веяния. Ведь именно здесь проходит новый сезон Баку Fashion Week. Оставайтесь с нами, вы узнаете все в самых мельчайших деталях. ID Fashion Real Emotions. I like so much Baku Fashion Show. Also the models and the designers are very good. So I like, it's my first time in Baku, but I want to come again because I like it. Yeah. Мы находимся на бэкстейдже Анны Жабняк. Все пройдет кульно. Сегодня мы готовим к показу Анны Жабняк, моделей, и делаем им прически в стиле 60-х годов. Это высокие начесы с такими объемными косичками. Образ получится такой же интересный, как и коллекция Анны Жабняк. Сегодня я принимаю участие у украинского дизайнера Анны Жабняк. И на мне очень классное, красивое платье с очень милым декором. Оно сидит на мне прекрасно, мне нравится эта прическа, все жизнерадостно, все клево. Будет круто! I like it because it's like my style also, so in my daily life I also want to wear it, yes. На мне вот такое прекрасное платье, прекрасных тонов, такие нежные тона. Я в нем чувствую себя очень комфортно. Иншаллах, будет все супер. Сегодня на мне костюм от Анны Жабняк. Очень приятный материал, очень приятная ткань к телу. Мне очень в нем комфортно, удобно, это модно. Красивая прическа в ретро-стиле и прекрасный макияж. Hi, my name is Tuča Sarikaya, special for ID Fashion. Коллекция, которую я сегодня представлю, это коллекция «Весна-лето 2016». Называется эта коллекция «Тонкая грань». Общий лук в этой коллекции – это от тонкой элегантной женственности и, в принципе, до повседневной такой, знаете, даже отчасти дерзости. Цветовая гамма даже была подобрана соответствующим образом, то есть это сочные, насыщенные цвета, а также спокойные, тонкие, сдержанные, и при этом они все вместе очень хорошо и гармонично сочетаются. Бренд Анна Жабняк носит сильная девушка, смелая, но при этом романтичная и очень тонкая женственная натура. Я Анна Жабняк, смотрите мою коллекцию на ID Fashion.